лаванда, азалия белая, жасмин. Пеларгония зимует. Огурчики и чеснок. Свекла с чесноком тоже. Вот еще свекла с чесноком. Утро. Что у меня тут растет? Ирисы, камелия, красула маленькая, большая. Так, что здесь? Цикламия. Сити. Здесь лучок посажен. Это мушмула. И азалия. В трех видах. Азалия белая. И жасмин цвет. Авокадо пережил зиму. Бедненький. Будем восстанавливать. Тюльпанчики. Жарко им. И зелень. Тимьян. Розмарин. Бегония проснулась. Капуста кале, кейл. Это еще немножко. Стоит под лампой. Помидорчики. Базилик. Это лимон. Кориандр. Тайваньский кедр 3 штуки. Манго. И гибискус. Собирается цвести даже. Орхидеи. Это финик из косточки. Базилик. Это рассада земляники и перчики. Лаванда из семян. Лимоны, мандарин. Лимоны. Опять финик. Базилик. Начало сезона. Грядка с земляникой, посаженным пучком осенью. Земляника обрезана, снята мульча.
вторая грядка с клубникой. Я ее не обрезаю осенью, чтобы она хорошо перезимовала. Все делаю весной. Сейчас все это обрежу. Ну вот, клубничка готова. Грядка чистая. Теперь ее надо заправить биоэффектом, который содержит триходермин. Поставить на нее парник. Подкормить. На этом все. Бедолаги, на террасе стало жарко. Пришлось вынести на улицу.